Собака бойцовской породы загрызла кошку на глазах школьников. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Все случилось в Чебаркуле, во дворе школы. Чтобы успокоить своего питомца, хозяйка стала ругать собаку. Ева! Ева! Ты какого? Женщина, стойте с ней! На место ЧП вызвали служителей закона. Очевидцы утверждают, девушка была в алкогольном опьянении. Стражи правопорядка забрали владелицу четвероногой в отделение и провели с ней беседу.